Всем привет, дорогие друзья, с вами Владислав 4, и у нас сегодня новая часть летсплея по Cards Car. И как вы могли знать, у меня было в сообществе был опрос по поводу, какой машины я в этой серии буду пользоваться, и победил Костылин, причем очень сильно обогнав Архивера. Так что сегодня мы полностью пройдем уже это адское подземелье. Что ж, и просто как факт, я записываю тебе уже не через отдельную программу, а прямо через программу с монтажом. В общем-то, у нас есть кристалл для прокачки, ну и думаю, в подземелье лучше первого всего это жизни. Поэтому лучше всего прокачаем броню для нашего Кастрильна и погнали уже на уровень, собственно. Что ж, а вот наш уровень уже и загружается. Сейчас мы посмотрим. Блин, что это за уровень будет? Так, для начала... Что нам выпали? Кристаллы, турбо... Урон, неплохо. Ну-ка... Как интересно костыль управляется? Я, если честно, вообще костыльным никогда не пользовался особо. Ну, пока в целом... Не знаю. Тут, кстати, очень... Сразу сначала у нас... О-ха-ха! Шокер сработал. Чё, не нравится? Получай. Так, ладно, погнали дальше. Ага, сзади. Сзади насколько какая дрянь. О, вот, во-во-во. Ха, им под импульс попал. Вот чемодан. Не, ну костылин пока мне нравится, в целом. Ой-ой-ой-ой. Да, нравился мне он. Так-с. Вон мы и переродились. Так, никаких багов в этот раз не случилось. Так, все. Да, я случайно, правда, нажал на выключение записи, но в целом вы ничего не потеряете. А чё это за адский уровень-то такой? Почему тут как много надо летать? Блин, я чуть не заматерился. Ох, ёлы-палы. Не, ну как тут по... Отстаньте. Идите лесом. Идите лесом. Как я выжил? Куда? Не туда. Там было сердечко, вы как? Полетели? Да, вот оно! Закровенное! Надеюсь, уж такого уровня с вот этим вот адским полетом не будет больше. А то я уже испытал очень большое обширное количество эмоций. Отстань. Все, 3 значка. Больше мне враги мне не нужны. Такс. Ага, стрелка. Куда? Отстань! Я что, сейчас боюсь любого врага, потому что я хз на что способен вот сейчас наш... Наконец-то! Все, этот уровень закончился. Фух, можно выдохнуть. Я реально чуть не... заругался нецензурной бранью, когда... Увидел такой поток лавы, блин. Ох. Страшно, очень страшно. Кстати, просто хочу как ответить. Нам 3 уровня осталось пройти. Или 2. Ну, короче, мало немного. И думаю... Ладно. Я ничего не думаю. Просто тогда уж мы будем допроходить уже тогда пиратский уже... Сюжетку с пиратами, короче. Хотя это уже не сюжетка, уже просто как дополнительный уровень, вообще без привязки к сюжету. Ага, конечно же. Блин, турбо надо ему качать, но у него просто быстро заканчивается. А нет, я назад не... Я вперед не поеду. И мне пофигу на этот шип.
Ага, так, полетели. Нет! Ну а чё за хрень, блин? Да уж, вот этот череп мне, конечно, заруинил. Не одну жизнь. Ха. Монстр на что-то надеялся. Ладно, это магма просто. Так. Ладно, можно было наверх пойти, но... Но я вниз лучше пойду. Ага, еще один чемодан. Заморозили. Блин, не кажется ли он как-то очень сильно как-то поворачивается? Жизнь. Такс. Фух, так, перепрыгнул. Сзади нас какой-то враг. Вот он. На-на. Ну, в целом, пока неплохо. По сравнению с большим уровнем, это проходится пока что на лайте. Если учитывать то, что я из одного черепа профукал одну жизнь. О! Кто-то там в яму упал. Кстати, пол уровня я так и даже двух значков не набрался. Что со мной не так? О! Это вы мне типа хотите мне дать шанс на то, чтобы собрать хотя бы два значка? Так, на. На, все. Уху. Вот так вот, все. Ох, ёлы-палы. Блин, не всегда страшно, когда эти крупные враги появляются. Ой, а чё, голубчик застрял? Я, походу, тоже. Хм. Такс. Всё, ох, ох, ох. Блин. Так вот откуда мультиплеер взял вот эту вот идею. Скорящимся. Так, всё. Я никуда не еду. Мне сейчас эти монстры... А, нет, не нужны. Кривой монстр был... Давай наверх, поднимайся, кляча. Кляча. Все, доехали. Тут у нас был только один желтый кристалл. Но мне это особо не надо. Ну что ж, друзья, следующий уровень, это осталось 2, если включать этот. И просто как факт скажу, хотя вам, скорее всего, пофигу будет. Прошло 2 дня с момента прохождения прошлого уровня. Просто вынужденно пришлось сделать перерыв. Так что, если что, не удивляйтесь, если у меня немного будет изменено все. Посмотрим с прошлой серии. Так, заходим. Вверху еще один козел. Так, нет. Я не уйду, не добив тебя. А, конечно же. Коды прилетел. Не-не-не. Я туда не пойду. Ни при каких обстоятельствах. О, я смогу до тех? Нет. Чуть-чуть смог. Ладно, все, погнали, пацаны, вот так вот. Все отлично. А, все еще значок не могу подобрать. Такс. Ух. А ну, кто там у нас? Ладно, все, замерз. Летим дальше. Ну, катись ты череп на колесах, блин. О, жизнь. Жизняка, хорошо. А, конечно, упаду я по-вашему туда. Осторожно, сзади нас таракан. Ну или как этих монстров называть? Вроде у всех монстров есть название. У врагов на
на Карской Вики, куда я, кстати, люблю заходить, ну как минимум заходил туда. На, убили. Дальше летим. Тихо. Вот этого паука я терпеть не могу. Ну, наверное, вы и так знаете, вот так вот. Ой, как полетел-то. А ну сюда. А, все. Вот еще один чемодан. О, да вас тут двое. Один сразу в клетку пошел. Ну, понял, то, что со мной ему не тягаться. Жухс. Вернулись и сразу за сердечком. Как мы полетели. Еще вот этот вот великан. Дылда, точнее. Привет. Чел, вот так. Оп-оп-оп, полетели. Вот, еще. Оу. Ничего себе, мы полетели, как вот. А ну, куда, постой, куда пошел. Вот это да, из этой передряги я кое-как вышел живым. Я сам, честно, не понял, что происходило. Так, тут мелкая сикарашка была. Все, финиш скоро должен быть. Этих паров не хватало. И у нас тут желтый. Бесполезно. Мне бы сейчас бы белый необходим был. Чтобы наконец-то нового питомца вырастить. О, мы можем что-то прокачать. Так, в общем-то, мы можем прокачать либо турбо, либо скорость, либо урон. Для меня сейчас самое правильное костыльно это именно турбо, поэтому качать мы будем именно его. Ладно. Так-с. Ну, просто так посмотрел. Переходим на следующий уровень тогда. Следующий уровень. Ну и просто как факт скажу. Мне из-за ежедневного бонуса досталось плюс 50 топлива. Так что у меня 90 канистров в целом. Если я делить на 5, то получится у нас целых 1. 18 уровней у нас. Так. Это, кстати, последний обыкновенный уровень. Все, добили его. Идем дальше. Вот, полетели. Опа. Чемодан. И вот это вот глист, блин. Так, летим. Вот, кусай, молодец. О, жизни. Они всегда приоритете. На. А, лошара. О, уже загорелся. А вот тебе еще. На. Хотя, что-то мне кажется, да, я не долечу. Но у меня есть одна дополнительная жизнь. Так что я все переживу. Так, а вот эти вот монстры нет. Не все. Еще один тарантул там. О, как подлетел-то, а? От таранта. На. Наверх. Турбо, так, отличненько, так, о, сзади двигатель, зверюги были, так, я, пожалуй, в поверху пойду, не понял, а чё у меня жизнь-то отнимается на клетке, а типа что, слишком горячая для меня, так, тихо, паровые эффекты, блин, сердечко, пожалуйста, нет, не было. Да уж. Но сейчас мы можем кое-что прокачать. Может быть, так даже сможем пройти этот уровень. Ладно, продолжаем. Короче, ни на что полезно мне эти кристаллы не хватило, только на скорость.
Ну ладно, я решил не копить еще, а хоть что-то но прокачать. Берем и погнали. Вьюхс, полетели. Такс. На. Во, все. Полетели. Разгон, полет. Отлично. Тарантул этот. Фига. Вот куда эти эмоции падают? Решает мне шанса получить это иначе. Такс. Жизнь. И вот это вот зверюга. Так, тихо. Поверху. Так, стоять. Я никуда не уйду, пока вас всех не перебью. Так, стоп. Мне кажется, я уже дошел до того места, где я погиб в прошлый раз. По невиданной случайности. Так, полетели. Отлично, все. Перелетели, но походу мы так долго не дотянем. Потому что у меня снова мало жизней. Так, все попадали. О, я дошел, отлично. А вот количество жизней, это нифига не отлично. Так, о, все, я дальше пролетел. Скажите, то, что тут будет жизнь, пожалуйста. Да не бомбы, а жизни. Бомб у меня и так недостаточно. У меня есть генератор бомб. Отстань от меня. Фух. На последнем дыхании оказалось. Так. Полетели. Все. Так, что-то там один... Нет. Ну, так летели, так тупо слиться на в конце. Ну, серьезно. Все, так, я воскрес. Монстра мы заморозили. Но этого, увы, не хватило для 3 черепов. Так, его сейчас внимательно. Мне нужен белый. Вот здесь вот должен быть. Нет, как так-то, а? Вот я внимательно смотрел и вот... Или они тут рандомно вычисляются? Точнее... Это вообще коробок вообще ни на что не влияет. Блин. Давайте теперь немного порасслабляемся и поиграем в рубиновую охоту. О! А, вот так вот надо ловить. Так вот. Мне нужно как минимум Ага, вот она. Ага. Вот здесь вот. 10. Так, 5-ю часть я собрал уже. Ух. Ага. Смотрю вообще внимательно во все стороны. Так. Где это? Ага. Вот сюда. Неплохо. Идем. Я уже сколько кристалл собрал и ни разу не провалил. Какую? Сюда. Сюда. Половину больше. А куда? Сюда. Такс. Так, все стало слишком быстро. Надо понимать, откуда бомбы и где рубины. Все, осталось 5, 4, 3, 2, 2, 1. Нет!
Я собрал нужный мне рубин. Ну-ка, интересно, сколько я еще продержусь? Плюс эти рубины мне же идут потом на прокачку еще. Да, я не оценил эту мини-игру. Так, половина. Пошел вон. Ага, иди отсюда. Сюда. Как куда? О, идеально. Подкатился. Я уже, честно, не слежу за счетчиком, я уже тупо ловлю все. Ай, пропустил. Ага, 5. Увидел, 5 осталось. 3. И что мне еще раз выпадет? Зеленый. Не, ну нормально тут так. Рубина пособираю, хотел сказать. Взять награду, разумеется. Играть через 7 минут. Слушайте, неплохой способ развлечься, я вам так скажу. В общем-то, сейчас у нас будет финальный заезд на светлячке, после чего мы его получим себе в коллекцию. И так скажем, у нас будет второй помощник. Я, кстати, в играх светлячка очень редко пользовал. Обычно покупал вот этого вот циклопа. Ой. Хотел вниз, а получилось вверх. Случайно вышло. Я, на самом деле, не помню, что такого светлячок делает. Вроде как он то ли лазером стреляется, то ли еще чего-то. Такс. Такс, такс, такс. Вниз. Такс. Наверх. Оп-оп-оп-оп. Все, вниз, 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 все. Все, инкубатор. Все. Сейчас у нас будет готовый наш светлячок. Правда, он тут больше на осу похож. И, кстати, мне эти три глаза мне кое-что напоминают. Вот кое-что, но вспомнить не могу. Ладно, сейчас я тупо затыкаю все. А пока давайте поговорим о чем-то. Ну что, сегодня конец недели, суббота. Я отучился эту неделю. Вот, немного отдыхаю. Вот летсплеи для вас снимаю. Блин. Может попробую срифмовать что-то. Навряд ли у меня это получится, конечно, ведь я не поэт. Это дальше рифмы не получается, я реально не поэт. Ладно, я просто уже бред всякий несу, не обращать на это внимания. Итак, все, 1.5 минуты осталось. Все, дальше не нажимаю я ни о чем. Так, 1, все, вот наш светлячок, в гараж идем. Все, вот дрончики. И мы можем взять еще один. Врагам не будет от него пощады. Все, я взял светлячка с собой. Ну и на этом, я думаю, будем заканчивать. Уже много так вот наснимали. В следующей серии я буду уже играть за архивера и буду допроходить уже остров пиратов. А с вами был Владислав 24. Всем удачи, всем пока.